Ставропольцы снова могут поехать на дачу. Движение к садовым товариществам снова открыто. Пока запущено только два маршрута – 18 и 16. Но уже с новой недели будут работать все 12 дачных направлений. На сегодняшний день из дачных маршрутов у нас ходят два маршрута. Это 16 и 18, которые очень востребованы. Один у нас отправляется с конечной остановки дачной. Идет он на хутор Грушовый, дальше на Молочный. Второй маршрут у нас 18 отправляется с перспективного, идет по южному обходу, по северному обходу и прибывает он на ЖД вокзал. То есть, как дачники просили, это более востребовано, даже на этих автобусах ездят не только дачники, а люди на работу, которые проживают. Сами мы знаем, хутор Грушовый у нас расстроен, очень много жителей живет, которые работают в городе там и так далее. С 23 числа мы запускаем все маршруты. Кроме двух, это Старомаревская и Приозерная. Почему? Потому что мы посмотрим, то есть с председателем дачного товарищества города мы проговорили, то есть ну, на сегодняшний день и погода не позволяет и так далее. Но я думаю, с понедельника погода наладится, мы и те запустим. На дачных маршрутах, так же как и на городских, сохраняется режим повышенной готовности. Водители каждое утро дезинфицируют салоны, проветривают на каждой конечной остановке, а также используют средства индивидуальной защиты. Кстати, в целях безопасности для пассажиров тоже установлены правила. Без защитных масок в автобусы не пустят. Для пассажира правила такие, то есть во всех автобусах висят объявления, все наши водители проинструктированы. Без средств индивидуальной защиты пассажиры в автобусы не допускаются. То есть просьба к нашим уважаемым дачникам пользоваться масками, перчатками, там, антисептиками. Тем более мы понимаем, что на дачу у нас ездит пассажир в возрасте, да, и так далее. Также хотелось бы, конечно, напомнить, что ограничения у нас свыше 65 лет не сняты, поэтому хотелось бы обратиться, чтобы сидели дома, потерпели немного. Я думаю, что скоро это все закончится, поэтому надо себя беречь и немножко потерпеть. В зависимости от пассажиропотока и развития эпидситуации в городе, график работы маршрутов может меняться. Актуальную информацию о расписании дачных автобусов можно узнать по телефонам, указанным на экране. Дарья Семеренко, Павел Селиверстов, АТВ «Ставрополь».